Как обещала, сейчас мы распакуем вот эту коробочку конфет. И я попробую и скажу вам, какие конфетки мне понравились. Это я уже себе чай приготовила. Сейчас будем распаковывать. Значит, что из себя представляет коробочка? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Восемь маленьких конфет. И вот такой большой десерт. Так, больше никаких опознавательных знаков я не вижу. Так, сейчас нам надо ее достать. Да, тут остается вот так. И будем пробовать. Ну, давайте начнем с этой конфетки. Так, мне бы хотелось ее разрезать и посмотреть. Показать вам, что внутри. Так, смотрим. Внутри как помадка какая-то. Вот, то есть, смотрите. Попробовала вот эту конфетку. Я не знаю, как она называется. Но внутри вкус горького шоколада ощутила. Она нежная внутри по своему вкусу. Единственное, что вот эти вот штучки, которые это или вафельки, или что-то такое интересное, вот они... Ну, как-то вот ощущаются, и лучше бы, например, их не было для меня. Потому что они немножко жестковаты по сравнению с нежным суфле. Следующую конфетку пробуем вот эту. Назовем ее снежки. Я свои названия придумаю. Начинка такая же примерно. По консистенции, по крайней мере, точно. Сейчас попробуем на вкус. Тоже я ощущаю горький шоколад. Но вот эти штучки, они какие-то интересные по вкусу. Интереснее, чем те малиновые. Следующая конфетка. Немного снежка. Пробуем. Так, вот я ее разрезала. Внутри все то же самое. Горький шоколад. Ну, вкусно. Я такой, кстати, люблю шоколад горький. Пробуем. Мне кажется, такое же наполнение. Это с такими какими-то посыпочками. Я эту конфету попробовала, которая вот с такой обсыпкой идет. Здесь другое наполнение, какой-то цветочный вкус я ощущаю, знаете, какой-то травы. То есть немножко вкусовое ощущение поменялось. Вот это мне больше понравилось. Как будто какая-то лечебная трава тут. Достала самый большой десерт. Здесь на обороте, видите, промаслено, да, потому что, скорее всего, вот этот вот нижний слой содержит вот какой-то, не знаю, может, наполнитель масляный такой. Так, ну что ж, мы его разрезаем. Так, вижу, вот так. Давайте разрежем. Так, смотрим срез. Вот видите, это как торт получается, типа брауни. Ну, похож очень на брауни. Пробуем. Есть что-то от пряника по вкусу. От торта, от шоколадного масла, от шоколадного сыра, от шоколадного чизкейка. То есть вот по вкусу вот это мне напомнило в сочетании вот несколько прям... Кстати, мне десерт вот этот понравился. Понравился больше, чем конфеты. Конфеты... Они все из горького шоколада. Горький шоколад на любителя идет. Но мне вот, например, нравится горький шоколад. Кто любит горький шоколад и ест горький шоколад, то конфеты прекрасные. То есть самый раз. Причем достаточно хорошо наедаешься, потому что здесь еще, как заявлено производителем, содержится большое количество белка. Поэтому наешься быстро. Но вот этот, кстати, десерт мне очень понравился. Приятного аппетита всем!
Десерт я прям съела вообще шикарный. Десерт очень понравился. Такой вот именно вкус, который в совокупности включает в себя сочетание нескольких любимых мной продуктов, но, так скажем, все в одном флаконе, как говорится. Вот еще такую конфетку нашла в виде сердечка. Сейчас ее попробуем, посмотрим, что в ней внутри, может, что-то есть или нет. Так, нет, тоже обычно. Ну, попробовала. Мне показалось, что вот эти конфетки, вот эти вот, да, они все одинаковые. Единственное, вот это отличается. Но, может быть, из-за того, что здесь вот сверху посыпка вот идет с каким-то вкусом. А так все практически по вкусу, внутри они одинаковые. А здесь вот вафля, я как увидела. Здесь, не знаю, покрашенная, наверное, вафля. Ну, то есть вот что мне не хватает? Мне не хватает описания. То есть хочется прям, знаете, вот почитать, потому что мы где-то покупали чаи, тоже вот от наших местных производителей, которые собирают чай. И там написано, что за чай, из чего состоит. Вот этого мне не хватает. Да? То есть хочется здесь, чтобы было описание продуктов, которые вложены. Потому что я хочу, например, знать, если мне понравился вот этот вот десерт, да, то как он называется. По крайней мере, мне вот это вот хочется. Подытожу. Чай я весь выпила. Покушала конфет, попробовала, все понадкусывала, как говорится, да, то есть попробовала, остальное оставила мужу, но вот здесь не удержалась, и у мужа прямо кусочек еще урвала, то есть потому что очень-очень мне понравился именно десерт. Для тех, кто хочет что-то заказать, вот, пожалуйста, ссылка на группу, здесь указано номер телефона и QR-код. То есть можете отсканировать QR-код и перейти в группу.